Мы продолжаем рассказ о фигурном турнире, и сейчас мы беседуем с... Жасминой Ефременко. И Галиной Ефременко. Скажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься фигурным катанием? Где-то 8,5 лет. А откуда вы приехали? Мы приехали с Украины. Да, я сама выступала за Украину на 2 Олимпийских играх. 10 лет живу в Латвии. То есть, а вы сейчас вы представляете команду? Команду представляем Юрмальской спортивной школы. Вау, Юрма, у вас же там нету ледового дворца. Как вы там занимаетесь фигурным катанием? Ледовый дворец есть, но он работает зимой. Зимой, да, с декабря по апрель. Там мы занимаемся, ну и в то же время мы занимаемся в Риге в Вольво. У нас там много групп есть, маленькие, старшие, средние. Ну, поскольку вы занимаетесь фигурным катанием, я уже понимаю, что именно по этой причине вы девочку фигурное катание и отдали. Ну да, не было выбора, выхода у нее. Вы подставили перед фактом? Ну да, можно сказать так. А кто вас поставил перед фактом, что вы будете заниматься фигурным катанием? Ну, меня тоже родители, они не поставили перед фактом. Ну, дело в том, что я была болезненным ребенком, дети отвели просто оздоровиться. Родители. У вас родители тоже занимались фигурным катанием? Нет, они не занимаются фигурным катанием. А из какого города вы из Украины? Из Киева. Вы из Киева, да? И там тоже развито фигурное катание? Развито, да. Но катков меньше, да, хочу сказать, чем в Латвии. Давайте мы передадим привет Украине. Наверное, там еще у вас есть какие-то друзья, знакомые, родственники. Друзья, да, давайте. Родственники, давайте. Родители. Украина, привет! Всем привет на Украине. Здравствуйте. Привет. Бабушки, дедушки, да? Да. У тебя есть друзья там на Украине? Да, есть. Передавай им привет. Помаши ручкой. Привет. Ребята, вот занимается, как раз мы задаем вопрос о занятиях фигурным катанием, насколько это помогает здоровью. Ну и поскольку вот мама уже сказала, что были проблемы со здоровьем, вот насколько фигурное катание этому помогло, что вы исправили свое здоровье? Профессиональное фигурное катание не помогает, хочу сказать сразу, да. Если ты занимаешь просто для себя, да, ты там не болеешь, ну, какой-то, да, становишься более красивый, сильный. Это как будто помогает тебе организовать себя. Но если ты профессионально занимаешься, тогда там, конечно, уже другие цели и другие жертвы. Ты идешь на все ради результата. Вот мама только что сказала, что фигурное катание помогает здоровью и помогает стать красивой. Что ты по этому поводу скажешь? Ну, я согласна с мамой. То есть ты становишься красивей? Ну, на катке ты катаешься, если много тренироваться, то на льду смотрится немного красивее с каждым днем, если стараться. И в здоровье тебе это помогает? Вот ты чувствуешь, что фигурное катание, оно дает тебе какие-то силы, уверенность, ловкость где-то? Ну, если на тренировках не халтурить, то да, дает. А вот ты бывает халтуришь на тренировках? Ну, некоторые разы, когда уже совсем нет сил. А что ты скажешь, что мама является твоим тренером? Лучше бы был бы какая-нибудь другая тетя тренером, или когда мама, это полегче? Полегче чуть-чуть, наверное. То есть мама где-то пожалеет? Ну, мама не жалеет. Не жалеет. Наоборот. Угу. Ну вот мы, ребята, подводим итог опять очередного нашего интервью, что фигурным катанием заниматься очень хорошо, полезно для здоровья. И, может быть, наши гости еще что-нибудь скажут, именно чем хорошо вид спорта фигурное катание. Не знаю, мне кажется, он развивает все качества в ребенке. И, не знаю, вот мы приехали сейчас на соревнования тоже. Очень нравятся соревнования, прекрасные. Все время поддерживаем, приезжаем в Даугавпилс, приедем еще. Ну, сегодня попытаемся посоревноваться с теми участниками, которые приехали, с Даугавпилсской спортшколой, ну, с международными спортсменами, с иностранными, кто приехал. А мы зададим ребенку еще такой вопрос. А как ты считаешь, фигурное катание хорошо популяризируется? Ну, достаточно, да, нормально. Твои одноклассники уже знают, что ты звезда по фигурному катанию? Ну, не то чтобы я как бы звезда, но знают, что я занимаюсь фигурным катанием, и учительница тоже. Так, учительница, вы, пожалуйста, там нам с отметками там как-то полегче, мы же все-таки будущие звезды, да? Давай передадим привет одноклассникам и со всеми потом попрощаемся, да? Передавай привет. Привет. Занимаетесь фигурным катанием?